о военном времени, о героях и победителях. Творческие коллективы Ленинского района Самары свой 20-й отчетный концерт посвятили 70-й годовщине победы в Великой Отечественной. Выступали на сцене Центра детского творчества «Экология детства». Дети готовились целый год, готовили номера к этому знаменательному событию. Родителям мы как раз и покажем, почему научились наши детки вот в этой форме. И вот все, что сделано на заднике, это тоже сделано руками наших детей, детского объединения «Театр моды Василисы». Зрители услышали песни военных лет в современной аранжировке, увидели кинохронику выступлений советских артистов в прифронтовой полосе. Подготовить концертную программу, посвященную 9 мая, самарских подростков уговаривать не пришлось. У каждого есть дедушки, бабушки, прабабушки. Когда мы начали говорить об этом, педагоги в своих объединениях, то все сразу вспомнили, что у них есть, тут пришли домой, родители стали рассказывать, и вот процесс пошел. Вот только так обменивались, рассказывали, у кого какие ордена, кто сколько медалей заработал. Дедушка, он пришел с войны, но он умер из-за того, что у него в груди была пуля. Юные артисты вспоминали в стихах и песнях самые ключевые моменты Великой Отечественной: битва за Москву, освобождение Сталинграда, капитуляция Германии. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.